Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас на обзоре с вами вот такое вот необычное кофе. В такой, смотрите, большой прям баночке. Такая довольно большая она. Наверное, сейчас прочту неправильно. Кофе называется Амбассадор, что ли. Может быть, это S, может быть, нет, не знаю. Платинум. Платинум, кстати, для меня это какой-то материал типа металла. Наверное. Так. Ну, что-то тут написано. Такая красивая баночка. Давайте посмотрим состав. Сейчас вот кому интересно, нажмите стоп и прочитайте, какой здесь состав. Состава тут и нет. Тут есть способ приготовления. Положите в чашку 1-2 чайные ложки кофе. Залейте горячей, но не кипящей водой. Сахар, молоко или сливки добавьте по вкусу. Вес у него 190 грамм всего лишь. Я думала, честно говоря, такая упаковка большая. Тут грамм 300. А тут даже 200 нету. Удивительно. Вот кофе у нас растворимый, не молотый. Такой вот кубичками маленькими, алмазиками. И давайте его откроем и посмотрим, что же у нас внутри там. Здесь упаковано. Цену, кстати, я не знаю. Кто знает, напишите. Так, здесь что? Хвостика нету. Кто знает, если видел в магазине, или если я найду в магазине, сейчас вот тут выйдет цена. Прям такие у него здоровенные кубики. Запах, кстати, у него прям такой, это дорогого кофе. Прям такой вот, как будто настоящий кофе там налитый. Сразу все мелкое такое стало. Вот они крупненькие. Ай-яй-яй. Поближе вам покажу. Так, ну и наше с вами кофе практически уже немножечко остыло. Вот, пока она остывала, я подумала, давайте с вами сейчас сначала попробуем его горькое, то есть я не сластила. Потом мы попробуем с сахаром, как оно. И третий этап будет у нас, мы попробуем, наверное, его со сливками. Как оно будет со сливками, вкусно или нет. Не знаю, мне кажется, можно вот так попробовать разнообразное. Честно говоря, я люблю именно молотый кофе больше, но давайте попробуем вот этот. Он прям черный-черный-черный, без всяких примесей, вроде бы как. Прям оно чернющее, как прям какой-то квас. Давайте будем пробовать. Кофе прям горький. Как-то вот я пью больше кофе черная карта, уже не замечаю горькоты. Ну, да, горько, а здесь прям вот ну, сильно горько. Ну, не сильно, не как антибиотики, конечно, но прям горькое оно. И вкус, как будто, знаете, зерна подгоревшие были. И вот эти вот подгоревшие зерна перемололи там, ну, как-то там сделали там, не знаю, ну, ладно, знаю, как это делается. И вот добавили, сделали кофе. Ну, какой-то запах, вернее, аромат такой вот подгоревший есть, присутствует. Ну, второй раз пробуешь, в принципе, горький, не настолько горький. Может быть, аромат кофе это и есть такой поджаренные, подгоревшие зерна. Но я думаю, что это кофе должен быть дорогим, потому что такая красивая упаковка, такая прям у них своя баночка. А не просто там, как у Nestlé или как она там Nescafé. Как-то в пакетах больше, баночек как-то у них это не такие. А это прям такая красивая. Кстати, я из нее планирую сделать аквариум. Так что подписывайтесь и ставьте лайки. Так, ну давайте попробуем с вами посахарить ее. Кстати, кофе, по-моему, неплохой. Мне вот, когда я начинала снимать видео, мне хотелось очень сильно спать. Теперь как-то спать мне уже не хочется.
Давайте будем пробовать его сладеньким. Кстати, сладкий больше чувствуется, прям такой аромат кофе, прям такой прям кофе, прям чувствуется. Ну, как бы сладость и аромат кофе. То есть до этого был у нас с вами горький вкус, да, и такой перегоревший, то уже, когда сладкий, уже совсем другое ощущение, другой совсем вкус. Но вкусно, кстати, надо сказать, вкусно. Так, сливочки у меня вот такие, в пятерочке брала, 10%. Если хотите, на нее тоже сделаем обзор. Напишите в комментариях, кому интересно. Если как раз уже мы отпили, можно добавить много. Оп. Люблю, когда много сливок, обожаю их. Здесь еще пенки не хватает. Так, теперь давайте пробовать вместе со сливками. Ням-ням-ням. Ну, со сливками уже больше ощущений, как будто я пью молоко. С добавленной там с несколькими столовыми ложками кофе. Наверное, больше так. Даже не какао, а именно вот кофе добавлено в молоко. Может, добавил слишком много, но это вкусно все равно. Вкусно даже, знаете, получается, вот как моя мама делает кофе. Вот он очень, кстати, похож. Потому что дома сама я делала, мне не получалось. Здесь реально вкусно. Вот, ну, в принципе, вкусно. Кстати, мне понравился это кофе. Обычно, честно, я не люблю такие вот растворимые. Они для меня все какие-то какаки какие-то. Не нравятся они мне. Вкус не нравится. А вот этот нравится. Наверное, он дорогой все-таки. Если знаете цену, напишите в комментариях цену. В каком городе, подпишите еще город, в каком городе вы ее видели, сколько она у вас стоила, возможно, в каком магазине, если запомните. Вот. А отзывы? Свои отзывы, если вы пробовали, как вам. Потому что другие люди будут, наверное, будет много просмотров, я думаю, на нее. Другие люди будут смотреть и будет интересно отзывы. Классный кофе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы обязательно пишите, как вам кофе, если пробовали. Также смотрите другие ролики, обзоры на технику, на продукты, на шоколадки, на консервы. Вот влоги, болталки, вместе с вами мы болтаем на кухне, букманги, влоги. Короче, куча всего интересного у меня. Обязательно подписывайтесь. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.